Паучки, паучки, еще не спят. А надо бы уже с этой паутиной, вся рожа в паутине вечно. Не проехать, не пройти, блин. Фу, бляха, муха, набрала-то воды-то, блин. Здесь трухлявая. Вот за... Чтоб тебе из-за этого и набр... Да что это? Сказать не дает. Из-за этого воды и набрала. Даже не вколачивается. Ну почти не вколачивается. А ведь береза должна тяжело колоться. А с одной руки раньше зиму ждали, чтоб зимой лучше кольца говорили. А чё она полежала, чуть подпрела? И всё. Ну, в общем, до встречи. Все кажется, что там мужик. Боковым зрением смотрю, и кажется, мужик. Ёлы-палы, кто пришел-то? Пока я тут отвлекся, не слышу. Хочу заменить два венца, точнее не заменить, не поднять. Крышу повыше сделать, а то головой уже надоело стучаться. Ну, в общем, посмотрю, как дело пойдет. А то вот без жилья останусь.
Так, сниму, я сейчас уберу это. Дощечки все. Ух ты, блин, а? Стало так стало. Заржавел гвоздик. Опа! Чуть не нырнул. Фух. Страшно. Страшно, однако. История многосерийного фильма началась. Короче говоря, это когда пергамин советский лучше нынешнего рубероида. Это надо все мне почистить, все снимать, работать. Да, за много лет сгнило. Опа. Опачки, да опачки. Как бы и не провалиться. А что такое?
Так, продолжение. Так, продолжение следует. Продолжаю убирать засыпку из глины. Это обалдеть, это в 77-м году где-то. Вот это все делалось. В 77-м. Ну ладно. Ну ладно. Понес я.